Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня 14 февраля, в Анталии очень плохая погода. Ой, сильный дождь, но тем не менее, несмотря на такую погоду, мы сейчас отправляемся, чтобы поздравить наших родных с праздником Днем влюбленных. Поехали! Я не могу сказать, что я слишком серьезно отношусь к празднику 14 февраля, но в этот день мне захотелось что-то сделать особенное для своих турецких родственников. Я решила приготовить вот такие именные пряники и подарить их каждому члену нашей семьи. Кроме всего прочего, я приготовила пряники и для наших друзей. В связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня нам вряд ли удастся поздравить всех наших друзей и родственников. Но мы это сделаем обязательно чуть позже. А кого сегодня мы будем поздравлять, вы увидите в этом видео. И первая у нас на очереди – мама. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Nice yıllara inşallah. Ömür boyu mutluluklar dilerim kızım. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tebrikler. Teşekkür ederim. Kan. Gamze. Ay. Dilek. Вяжет что-то. Не пьёшь? Bilmiyorum ki. Bilsen bir ne yaptım bir bilsen. Gel. Güzel. Красиво как, смотрите. Вяжет. Gül. Sen yapıyorsun. Ben yaptım. Ya diye Leyla. Sivita hediye. Aa, tam ne подарок. На связи. Merhaba Gamze. Merhaba. Видео mu? Evet. Мы приехали в гости без предупреждения, поэтому, конечно же, Дилек не ожидала нашего визита. Но ей настолько захотелось сделать и нам приятное, поэтому она решила подарить то, что у нее было в данный момент. Мне было приятно. Teşekkür ederim Dilek. Rica ederim. Güle güle kullan. Sevgililer günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim her şey için. Teşekkürler. Dilek, teşekkür ederim. Rica ederim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. En güzel onu söylüyor. Seni çok seviyorum onu söylüyor. Ben de seni çok seviyorum. Görüşürüz. Выходим из дома. Это машина Дилек. Она сама увидит машину. Красота. Вот дом. Ибрагима. Мираба. Мираба. Билегвия. Насыл сын. И? Мираба. Мариэм бар? Evet, evet. Çok memnun oldum, teşekkür ederim. Eline sağlık, üşüdünüz sen. Teşekkür ederim, sağ ol. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Eve de kalktığım işte. Rica ederim. Da, Süleyman. Evet, Süleyman. Sağ ol, sağ ol. Da. Папу нам удалось застать на складе. У старшего брата Али. Ешар занимается изготовлением мебели и рекламных щитов. Ну и, конечно же, я осталась необделенной в этот день. Мой муж мне тоже подготовил сюрприз. Я не ожидала, скажу вам честно, откровенно. Я знала о том, что мне будут подарены цветы. Али мне дарит цветы часто.
праздничные дни обязательно. Очень красивые цветы. Единственное, что почему-то многие турки считают, что если цветы побрызгать блёстками, это намного красивее, чем цветы в нормальном их состоянии. Я, конечно, предпочитаю цветы без блёсток. Но этот букет тоже мне понравился. Несколько дней тому назад мы были в гостях у сестры Али, которую вы сейчас видели, Дилек. И она показывала то, что она подарила своей дочери на Нишан. Она подарила ей цепочку с большим кулоном, 10 золотых монет, браслет и кольцо. Мне кольцо понравилось, и я вслух проговорила, что действительно это кольцо очень красивое. Мой муж при всем при этом присутствовал, и вот на сегодняшний праздник муж мне преподнес именно такое кольцо. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости нашего канала, и мы вновь рады встрече с вами. Сегодня 17 февраля 2024 года. Мы сейчас вместе с моим мужем отправляемся в гости к нашим друзьям Рустему и Гуле. Те, кто на канале с нами давно и смотрит регулярно наши видео, наверняка понимают, о ком идет речь. Конечно же, в гости с пустыми руками не ходят. Али побежал сейчас в магазин купить что-нибудь вкусненькое. Ну, а я везу в подарок те пряники, которые я готовила на 14 февраля. Я думаю, что нашим друзьям будет приятно получить их в подарок. Ну, а в Анталии сегодня стоит великолепная солнечная погода, светит яркое солнце, на улице очень-очень тепло. Всем привет, друзья! Сегодня очень красиво, очень жарко. 3 дня раньше много дождит. Сейчас. Да, в Анталии было что-то, творилось что-то неимоверное. Лил дождь в течение 3 дней, сильный порывистый ветер, град, улицы затопило, машины плавали. То есть то, что показывают по телевидению в других странах, действительно, это правда. Многие наши друзья звонили нам, спрашивали о том, что произошло. Действительно ли Анталию смыло? Нет, Анталию не смыло, но я думаю, что многие люди пострадали. И даже есть погибшие, да? Один человек умер, да, Али? Да. Один человек умер. Ну, а мы едем в гости. Али уже сходил в магазин, купили мы вот такое печенье. Али сегодня болеет, голова болит у Али. Да, Али? Мераба! Мераба, хошкалдис. Хош булдук. Привет зрителям, всем подписчикам нашего канала. Рустем у нас учится. У него 24 числа экзамены, да? Иншаллах. 24. Готов? Стараюсь, готовлюсь. Сложно? Не сказать сложно. Учеба легкая, а вот экзамены, какие вопросы, что там будет. Расскажи, где ты учишься. Учился. Это курсы? Это ну, курсы, ну, не важно, это же учеба. На охранника. Security. Security. Ну, это район, Рустем. Район называется Кызылтопрах, Махалласи. Кызылтопрах, Махалла Оли, да? Да. Махалла, Кызылтопрах. Магазины. Смотрите, аптек. Магазины вот чуть дальше, вот метр 100, там магазины Визбир. Бим, но там на большой трассе у нас уже получается. А до центра города сколько? До центра, ну, пешком 10-15 минут пройтись можно. Угу. Ну, это, уже считать, ну, не знаю, спальный район считать или как считать? Ну, спальный район, да. А центр недалеко, пешком. Да. Я на работу обычно то пешком ходил. Приехал. Эта квартира Рустем с Гулей купили, когда переехали в Турцию. Почтовый ящик. А что, у вас почта приходит? Ну, сюда, эти, как бы... Реклама? За свет, за газ, а, сюда обычно ложь, но иногда сюда оставляют. Угу. Вот эти квитанции. За электричество, за свет. Угу. Нет, а нам просто в дверь. А свет, надо заполнить. Смотрите, вот здесь 2 этажа у нас. Какой? Вот, второй этаж? Нет, вот уже поднялся. А, первый, да? Да, первый считается. Первый считается.
Юлечка, где твоя? Юля, открывайте. Гости, гости. Салам алейкум. Гости, гости. Мераба. Какая красавица. Чего там? Чего там? Чего там? Это я делала сама с любовью для тебя. Вау! Самый красивый. Рустем, иди сюда. Я ж тебя тоже не обделила. Тебе тоже. Это сердечки. Валентинки. Валентинки. Сколько у вас комнат? 2+1 это трехкомнатная по-советски. Как пахнет, просто словами не передать. Гуля готовилась. О, какая красота. Так. Сильно не готовилась. Сильно мы не готовили. Обычно так. Обычно как. Запах обалденный. Красотка. Проходите, садитесь. Добро пожаловать к нам. Спасибо большое. Мы рады повидаться с вами вновь. Конечно. Давненько мы не виделись. Гулины дети сейчас находятся где? В России? В России, в Нижнекамск. Эта комната была дочки, а сейчас здесь живет племянница. Да, она мне тоже как дочка. Гули и Рустема. Такая. Не сильно так. Мы просто живем, мы люди простые. Туалет большой, душ. Так, кухню пойдем посмотрим. Кухня. Спасибо нашим этим, как его? Строителю. Утают, он вот этот... Черный, ну вот мы тоже это самое. У нас кухня старая, мы же еще не меняли кухню. И мы, я хочу тоже в черно-белом. Мне нравится ваша кухня очень. Я купил все вот это плита, вот это, как его назвать? Духовка. Духовка, вот это френ, вот это вытяжка, все обустроили. Я только купил вот это. Как эта машинка называется? Посудомойку. Холодильник взял, и все. Хорошо, такая, во-первых, светлая кухня, что мне нравится. Балкон, да, большой? А, у вас... Не, маленький балкон, я не буду это... На две комнаты, да, или как? Балкон маленький. И там можно выйти. Из зала здесь можно выходить сюда. Угу. Из кухни выход есть сюда. Сторона солнечная, солнечная у вас. Сторона солнечная, да. Вот этот дом тоже новый построили. Вот этот. Сейчас я отсюда можно посмотреть. Оно видно здесь. Вот это тоже... В прошлом году начали строить, закончили. На продажу тоже. С подземной парковкой. Здесь еще не живут люди? Не, с подземной парковкой. Новый дом. Только выставили на продажу. 2+1, 3+1. Там 1-2 есть квартиры. Остальные 2+1. Здесь быстро строят. Они умеют строить. Это тоже комната? Это нижний туалет, турецкий туалет. Турецкий туалет. А-ля турка, или как назвать? Ага. Ну, большая квартира. А, и вот еще балкон у вас, да? Здесь? Нет, это французский балкон, это просто... маленький. Маленький балкончик. Это типа балкона, это не балкон. Это обставлять всякими... Квартира не так маленькая. Мне нравится. Много чего понаставишь, потом... Я вот люблю все белое. Вот, мне нравится все белое. Но мы к этому медленно... Мы медленно к этому переходим. Я тоже все бачкается, у нас дети были, внуки были. Они... Чорба? Это чорба называется. Кясма чорба называется. Чорба! Это турецкое блюдо или... Это наша, куста турецкая. Кясма чорба называется. Все зелени любят, да? Я сам сагатур, я сам сагатур. Я же в Армении. И делаем сам тоже. Угу. Тесто сама делала? Я чем пенер, видели? Да дрожжевое? Да. Бильмем бу умидр, а бен... О, Кыргызстаном пенер идут. Бу Кыргызстаном идут? Да. Все, я... Вкусно. Самса очень вкусная. Гуля умничка. Очень вкусно. На здоровье. На здоровье. Гулечка пошла... заниматься посудой, и что-то там такое она приготовила для нас. Пирог. Ух ты. Пирог такой вкусненький я сделала.
Это сверху крем или что это? Или это глазурь? Крем такая, такой крем. Там сметана, там молоко, сливки. Угу. Хозяюшка. Ну, самсу ты меня научишь делать. Обязательно. Самса очень вкусная. Просто я такой самсы не ела никогда, я тебе серьезно говорю. Настолько вкусно. Тесто там должно быть такое. Там свой рецепт у меня. Если правильно тесто сделать, вкусно получается. Я как-то делала самсу, у меня там есть на канале, тоже вкусная, но она какая-то другая получилась. А у тебя она такая вот, как вот действительно вот восточные женщины готовят. Прелесть. Перехвалишь? Да ладно, говорю правду, искренне. Молодец. Здоровье. Из 10 тебе 10 с плюсом. Пойдем. Такая вкуснятина просто. Молодец. Да, Рустем? Да, там сидит, улыбается. Она умеет готовить. Это он меня всему научил. Да, Рустем? Он всегда так говорит. Я наград ты был. Мы сегодня побывали в гостях у наших друзей Гули и Рустема. Мы благодарим ребят за гостеприимство. Гуля великолепная хозяйка, массу всего вкусного нам предложила к столу. Рустем хозяин, потому что в доме настолько все сделано идеально и со вкусом. Мы благодарим вас, дорогие зрители, за то, что вы были вместе с нами. Говорим вам до свидания и до новой встречи на канале «Новая жизнь в Анталии». Светлана, Али. Всем пока-пока. Пока-пока. Все хорошо, спасибо. Спасибо большое вам. Просто так заходи, не обязательно, чтобы спасибо. Нахально приглашать. Просто будешь проезжать, заходи. Заезжайте. Ну, заезжайте. Спасибо, Гуля. На здоровье. Ребят, спасибо огромное. Все, пока. Давайте, пока-пока, увидимся. Давай. Гостей, наверное, на лифте? Поедем на лифте. Да, на лифте будем спускать. Тик! Спасибо, Рустем, большое. На здоровье. Заходите, заезжайте. В любое время будем рады. Пока, пока.